Да, я только что включил. Можно было типа показать. Хорошо. Будешь взрывать его? Да нет. Даже можешь снять, как я нюхачу, смотри. Ну, не на полные легкие, скажем. Да. Ну, смотри. Ну, базар. Вкусняшка. Так что это все, что. Ну, такое. Ну, такое. Вилочка. Я думаю, ну, наш народ не победит. Лех, будешь хавать это, иди сюда. Вкусняшку.
вкусняшку. Хочешь похавать селедки? Я уже нахавался. Ну ты понюхай. Блин. Нормально? Ну понюхай. Она нормально. Это шведская блюдо. Ну параши, да, скорее? Это деликатес, банка стоит 500, 700 гривен. Я это век не называю. Мама там не пускает. Ну, вот это от этого понял, люди открывают и прямо стругают от запаха. То есть мы открыли, ну. Ну пахнет, ну так. Ну пахнет, ну так. Ну неприятно. У нас параша в офисе, блядь, пахнет точно так. Может еще хуже. Это приятнее. Да. Ну короче, давайте пробовать. Давайте. Я пошел. Не, ну. Не, хоть можешь кусочек, это деликатес. Не, я... Ну, серый, я на полной легкий, оно, блин, ну. Да. Что? Сюда. Сейчас Леша попробует. Только аккуратнее. Ну да, только сама жидкость вот эта, она такая противная. Что селедка, она типа как кисляк. О. Ну, в принципе, да. Она как селедка. Ну что? 100 грамм. А? Ну. Надо... Сейчас налью. Ты понял? Не, есть 100 грамм. Больше? Будешь? Так это закись еще шикарно. Слышишь, блин. Вот у нас столовые чуваки, вот это всех снимают видосы, типа, рыгают, тролливали. Ну нормальная закусь, блин. Отнеси 100 грамм. Ну. Короче, да. Ну да. Оно. Вообще. И что оно на вкус? Нормально. Да? Ну, это не то, что просрочено, это мы сейчас тоже хаваем. Это не, такое. Реально, шикарно. Слышишь, Леха говорит, шикарное да, блюдо. Кисленькое трошки? Нет. Нет? Хопали. Не реклама. Не реклама. Не реклама. Это вода. Не реклама. 2 секунды. Да, по стакану. Если что, там вода. Да что, я тогда еще в эту вилочку принесу. Да? Ну, он стопорят, говорит, да, говорит, вообще нормально. А у него он за стаканом побежал? Да. Просто воняет, как в парашу вроде. Я в яхт-клубе, блядь, в Кременчуге, блядь, заходил, там хуже воняет. Ну, реально. Ну, а да. Это... Да, вот, перчатки пахнут. Ну, их сразу выкинуть можно. Вы машину открывай, думаю, туда доставай. Ну, на самом деле, ну, понюхай. Я прям вот вдыхаю. Нет, ну, нет, тут нет такого, что я прям рыгать хочу. Я думал, будет хуже. Ну, да, ну, рыба. Люха, ну, съел, говорит, вообще нормально. Смотри, он и пошел за стопорями. Рыба с говняшкой. Ну что, прямо. Кто еще будет? Я же за рулем. А, ты пошел уже за стаканами? Будешь? Не, почему? Не, я за рулем. Я за рулем. Не, мы же ездим сюда. Я за рулем. А, да, это что? Леха сам. Я сам буду? Ну да. Получается, ну, что так. Просто воняет, блин. Да, и все. Взять тело, сидеть юшку. Да, жидкость самого. И его будет нормально. Это называется сюрстрёмин. Это придумали шведы. Это типа они вот закрывают селедку, и она конкретно портится до такого состояния. И все. Это деликатес, который его хавают, ну блин. Кто будет дальше? Я вот, например, ел это. Вот, ну давай, поездка. А чего? А, сейчас можно? Давай. Она почищенная, слышишь? Почищена? Да. Я думал, там будет типа с этим. Вот так и вкиду кусок. Да, подожди. Вкиду кусок. Пока не капнет на себя. Ну, я же не на себя. Это маленький. Нет, сама рыба. Не маленькая. А можно и промыть надо. Эти улики и цибулька. Так улики и цибулька, то вообще будет шутан. Ну, давайте посмотрим. Вот, один, второй. Ну, такое, да. Вкусно? Ну, если не нюхать, шикарнейшая селедка. Если не нюхать, просто селедка огонь. Угу. Короче, имеет... заморские друзья, сюрстрёмин челлендж мы победили, да, потому да. Что оно вообще, даже позыва ни у кого не было рыгануть. Вообще. Давай, что ты стоишь? Так я тангл не. Не, я буду сейчас спать, я же видео сниму. Да, не сниму. Ты не будешь? Он трошки видео уже полностью поменял. Давай я поснимаю, видишь. Два подпокойся, да, но... Ну, вкусно.
Ну, Лёха, ну вообще говорит. Да, как раз вот как закусь. Да, ну, закусь, да. Ну, воняет чуть-чуть. Ну, короче, ну, воняет не так, что прямо хочется прямо вот заблеваться до смерти. Mm-hmm. Ну, такое. Не, ну, вообще тут... Сидите без школы. Ну, не знаю. Ну, пахнет она, да. Есть момент. Ну, на вкус она нормально собирается. Отлично, слушай. Попробуй, Сергей Сергеевич. Не порт, продумай. С другой стороны. На брудерша. Не, просто бери голову, она солененькая, хорошая селедка. Покрой мне. Солона не то слово. Ну она такая, да. Ну во рту просто... Гамнисон. Гамнишка есть, но... Да, немножко гамнисон. Но не критично. Сейчас вот это слить? Нет, так реально, если ее вот взять, промыть, как ее, типа, как должны ее принимать в пищу. Прекрасный продукт. Я еще кусочек. Прекрасный кусочек. Абсолютно, но не вызывает даже никаких рефлексов рвотных. Я не знаю почему, но все. Ну кто-то, видишь, слабочиво. Она даже больше соленая, чем. Не, она соленая, да, ты это рассказывай. Она кислая, она там братуша. Ну, мздит трошки. Ну такое. Ну на вкус. Он после вкуса. Не, нормально. В принципе, я говорю, да, это не самый. Так. Да. Нет, тут после вкуса я как раз шукаю. Да. Нормально. Да. Ну, как рыба, да, как пожарил, что после вкуса я тоже. О, начало. Ну, конечно. Да, сейчас он давай. Нет. Порядок. С кадра немножко. А так? Как раз хорошо. Нет, вот, из кадра нельзя убирать. Скад. Вообще, ну вообще. Понял, ну как бы. Я не знаю, мы победили в этот челлендж походу по полной программе. Ну, все вообще, меню да. Прямо мы просто. Сейчас еще хлеба он намажем, то пожрем. Он завтрак, он обед берем. Или выше. Да, только завтрак не так можно быть. Мы сейчас сольем эту водичку. Ну, я сейчас на хлеб положу и... Ну, вкусно. Да? Вкусно. Как самое вкусное, что ты ел. Вкусно. Вкусно, да. Мы победили. За синюю. Через полчаса уже. Понял, ну просто через полчаса. Да. Еще. О, нифига, у меня не будет нормально. Операцію, воно. Я зразу, зразу мене нормально, всі мені нормально. Це значить, все. Та коротше, все понятно. Коротше, виключаю. Вообще, я думав, там буде фрага якась там. Так всі так думали. Та ну виключаю. Машина, я буде. Не знаю. Я знаю. Я сейчас само с хлебушком еще и съем. Так подумай, может еще и 50 купать там. Ну, подожди, да? Я понимаю, что уже снимать. Да она уже, кстати, и не пойдет. Может, она не та? Как та была? Ну, а как? Я сегодня смотрел на видео, то была та. Ну, с такой рыгают. Да, с такой, блин, там...